Чикаго погряз в коррупции и безнаказанности. Каждый, кто пытался помешать, либо присоединялся к угнетателям, либо исчезал бесследно. Но были люди, которые свято верили в то, что добро может победить. Изяченко Рекордс совместно с Кавай Шоу Продакшнс представляет. Если бы выпал шанс реально все изменить, ты бы рискнул? Четыре героя, рискнувшие раскачать лодку, преступный синдикат пидораса Пидорасыча и всего один мотоцикл. Эти дети решили поиграть со мной? Ну что ж, лодка уже раскачана. Помой руки, вытащи капусту из усов и достань мне мой мотоцикл. Жизнь полна несправедливости. Ну же, качайте, качайте скорее. Если моцик падет, мир обречен. Однажды в Чикаго. Два. Пал Палыч, час пробил. Ты нам нужен. Ну ща, только штаны подтяну.